show me the way to the next whиskey bar. Ха-ха, старый еврей. Мы вообще-то один человек, и я как бы не еврей. О, Господи Иисусе, так вот всегда. Поехали! Доброго времени суток, с вами Данил Арышкин, и это просто мой видеоблог. Я ведь являюсь видеоблогером, и поэтому не обязан делать всякие передачи, обзоры видео, высказывания мысли. Просто могу говорить о том, что произошло. Мне 25 лет стукнуло сегодня, 26 февраля 2015 года, то бишь четверть века. Именно поэтому у меня сейчас такой голос, как у старика. Ну, еще я считаю, что это хороший голос, поэтому пусть будет таким на этой записи. Да, да, спасибо, спасибо, что до сих пор досмотрели до этого места. Если вы хотели увидеть старого еврея, то, естественно, вы его не увидите. Вообще хотели бы увидеть еврея, тоже не увидите. Евреев здесь не будет. Здесь я просто поговорю о 25 годах, которые прожил. Я не знаю, кому это будет интересно. Я просто сам себя так поздравляю с днем рождения. Вот мне стукнуло 25 лет, и я понял, я прозрел, я проснулся, меня словно трахнуло между глаз. Я такой, люди же не такие плохие, они прекрасные. Но потом я понял, что я сплю во сне, и при этом этот мой сон был из-за того, что я был под дешевым героином, как силом и спидболом, при этом во сне. Несколько раз проснулся и, да не, нихера, вы такие же куски мяса, кости и в конечном итоге прах, который развеется по ветру, и большинство из вас вообще нахер мне не нужны. Знаете, вправду, 95% вас, я имею в виду, вообще всех людей, мне не нужны, вы для меня никчемные. Просто вы не должны в принципе существовать. Ну, даже как в принципе, наверное, 95% людей для вас они не нужны. Вы никогда не будете с ними здороваться, никогда не будете с ними говорить, не пожмете им руку, не пожелаете им что-либо. Ну, возможно, вы напьетесь, скинете в них бутылку, может быть, для этого они вам нужны. Но не суть, я дошел от темы. А тема в том, что четверть века, и я до сих пор жив, до сих пор хожу на ногах, не с хвостом, хотя, может быть, у меня здесь и хвост, вы же меня не видите, но... а у меня не хвост, ноги в брюках, обманул, вот, ну, борода растет, руки также работают. Что хотелось бы сказать, спасибо вам, людям, которые были рядом со мной все это время, спасибо моим зрителям, подписчикам, людям, которые комментируют, и пусть вы даже несете в комментариях всякую херню, все равно вам спасибо. Не хочу вкладывать какой-либо смысл в это видео, просто дурачусь на камеру, как было это в начале, сейчас, и как будет в конце, а конец уже близок. Еще раз всем вам спасибо, и всем, не имею в виду всем, с кем я когда-либо контактировал, и если ты человек, с которым я контактировал, смотришь меня, спасибо тебе. Мне было приятно в любом случае. На этом, я думаю, все. Самое главное, то, что остается в моей голове после того, как я прожил четверть века. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.